Сотрудниками полиции установлена причастность 3 жителей Саратова к организации деятельности по обналичиванию и легализации денежных средств. Подозреваемые зарегистрировали на территории нескольких регионов Российской Федерации сеть так называемых фирм-однодневок, через счета которых выводились денежные средства, поступившие от различных предприятий и организаций, ведущих финансово-хозяйственную деятельность. Для придания легитимности проводимых операций участниками группы составлялись фиктивные документы, договорные обязательства и бухгалтерская отчетность. За услуги по транзиту и обналичиванию финансовых средств подозреваемые получали денежные вознаграждения. Установлено, что доход, полученный ими от противоправной деятельности, составляет более 15 миллионов рублей. По выявленным фактам незаконной деятельности группы, следственной частью Главного следственного управления ГУМВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 пунктами А и Б статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается. Денис Желтов, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.